Раз, два, три. Да, фанк фэмили, фэмили фанк. Вот так, не так, а как фанк фэмили? Не знаете ли? Это Фанки Лэнд и Феликс Лохути. Это бас, Миссис Биг и Урбан Фанк Арми. А также Клинтон, сметаны, голоса, звон. Зов души, стон, фанк, музыки, фон. В Москве лучше он, представьте им фанк трон. Да-да, ой, то есть нет-нет-нет, это не сон. Теперь Фанки Хорнс. В России появился фанк, целая семья. Ритмичная, мощная, зовут фанк фэмили себя. Музыку играют, сборники издают. Значит, нам все ж пришел фанк, вот он тут как тут. На дворе 21 век, ха. Все говорили, в России фанка нет и не будет вовек. So, stop, 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 stop. Let me check the history of Russian funk industry. The first was James Brown, yeah, James was the first on American land from coast to coast. And of course, it was George Clinton. He's the funky don, фанк Аполлон. О, пардон, еще фанк вибрафон. Рой Эйкс, ему поклон. Фанк тромбон, Фред Весли, лучший он. А также Herbie Hancock, джаз фанк и кок. Это был новый виток джаза, чуток в сторону, в бок, наискосок. Его стиль высок, но он не одинок. Берни Ворл, Джордж Дюк, Мейс Чик, Стэнли Кларк, Бути Коллинз, Пивелес. Вот так, они ведь тоже играли фанк. Фу, ну все, про фанк я все рассказал. Как же к нам он попал, хотя немножко запоздал. Это джазовый рояль, а не консерваторский. Лучший пианист в стране Вячеслав Горский. Он наш, не заморский, не бутафорский. Лучший клавиш джаз, он в этом просто ас. Мировой класс, я продолжаю свой рассказ. Теперь Игорь Бутман, he's the man. Саксофон плея, фанки нот лея. Джази стайл плея, so can I say it? He's the best on the Russian West, and on East, and on North, and of course in the South. Cause he got a big sound with his lips. He come to grips with the jazz. И обыграет он всех раз, но любит он и фанк и джаз. Вот так идет мой фанк рассказ. Фанк. Итак, сперва было слово, и это слово было фанк. Ни рок, ни попса, ни техно, ты понял, фанк? Сперва был фанк, а фанк — это любовь, лов. Потом появился MC Pavlov. Любовь увеличилась, и фанк этого ждал. И сразу ритмичным, сильным, быстрым стал. Теперь пару слов о себе скажу я сам. Ведь можно много говорить, но лучше просто фанк врубить. Фанк, с него началось творение. Воздух, земля, вода и мое стихотворение. Меня только этот фанк интересует. Цепляет, задевает, возбуждает и волнует. Я люблю и диско, и соул, я люблю и джаз. Хотя на самом деле все это не для нас. Нам нужен только фанк, только в нем спасение. Надежда, счастье и наслаждение. Ну ладно, хватит, что же еще хотел сказать? Ах да, надо фанк фэмили поздравлять. С выходом этого CD, с выходом альбома. Этой музыки становится все больше снова и снова. Это очень хорошо, можно сказать, даже клево. И в моей стране для этого уже все готово. The groove, feel the rhythm, feel the funky drum, blow the kick, I gonna beat them. The snare rolling in the cymbal, suck, sucking hi-hat, psh, psh, and the bass drum, bam, 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 huh. Do you know who has come? MC Pavlov, yo. Yeah! Bum-bum-bum-bum, da-da-da-da-da, zin-zin-zin-zin-zin, another thing that every funky music to the Russian scene, like Ben Hitchcock, zin-zin, blin-blin-blin-blin. I don't like the Russian pop music, but that's another thing. Bassline is pumping, but nobody's jumping, no. Cause for Russian people this rhythm is very slow. Yo, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up? Are you nuts? Feel the funky rhythm, do tap-tap and you don't stop, Funk family, don't stop. Funk family, don't stop. Funk, 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 funk.